снимаем влог, как мы готовимся к Новому году. Мы вышли на улицу. Вот наша баня, сейчас я думаю, вот. И мы уже затопили баню, сейчас нам нужно сходить в Карбас. Что такое Карбас? Это зимний погреб. Вот, мы уже его раскрыли. Тут было две крышки. А это наша теплица. Но мы не будем заходить, потому что сейчас зима, и она не открывается. Так, сейчас нам нужно для зимних салатов морковка. И сейчас она у нас выйдет. О, видите, она вылазит. Морковка. Вот такой мешок морковки у нас вылез. Сейчас мы вам покажем. А это наш персик. Сегодня, в этот год его. Ведь год собаки. Сейчас мы будем делать салат под названием шуба. И мне в этом помогает Надя. Мы смазываем слоя майонезом. Вот мы уже закончили наш салат. Первый салат. Сейчас мы убираемся и делаем второй салат. Сейчас мы уже заканчиваем салат зимний. Мы всегда его делаем на новогоднюю ночь. Сейчас к нам приехала наша мама и привезла к нам продукты. Наней, как у тебя делишки? Делишки, хорошишки. Вот, она режет колбаску. Сделали мы уже зимний салатик, видите? И сейчас мы делаем тут пиццу. А вот тут мама нарезает на пицце все вещи. И сейчас мы будем накрывать вот эту этажерку фруктами. Мы сели за стол, сейчас мы будем слушать поздравления. На этом все. Наш влог закончен. Я вам желаю, дорогие подписчики, счастья, здоровья и благополучия.